В Гатчинском парке снова поработали вандалы. На этот раз жертвой стала статуя Амазонки. У нее отломали лук. Правда, оружие воинственную героиню лишили, скорее всего, случайно. В отличие от сатира, которому на прошлой неделе неизвестные накрасили ногти красным лаком. На этих хулиганов почти не надеются. Но чтобы защитить скульптуры, в парке решили установить дополнительные видеокамеры. Музейщики уверены, отбить охоту прикасаться к прекрасному может только неотвратимое жесткое наказание. Подробнее Александр Ермаков. О случившемся в музее узнали во время планового обхода. Инна Беляева, хранитель фонда скульптуры музея-заповедника, не поверила своим глазам. У статуи Амазонки из рук вырвали лук. Ахнув, обратилась за помощью к реставраторам, которые помогли установить причину повреждения. 27 числа реставраторы подъехали к нам, посмотрели, и их предположение, что лук сместился в результате физического воздействия на скульптуру. Предположительно, кто-то попытался забраться на скульптуру, чтобы сфотографироваться, и подтянулся, захватившись за лук. Чтобы сохранить статую до проведения реставрационных работ, ее обработали специальным раствором и закрепили пострадавшие части клейкой лентой. Выглядит это, конечно, не очень эстетично, вынужденные меры. Но это чудовищно. Это проявление бескультурия, невоспитанности. Это отражает определенное положение дел и в семье, и в школе. Если это сделали дети, то нужно наказывать родителей. Это же наше достояние, это наша культура. На территории музея это далеко не первый случай вандализма за последнее время. 18 августа нарушители накрасили ногти статуи сатира. Педикюр сначала оценили в 2,5 миллиона рублей, но в итоге смыли бесплатно. Те же реставраторы займутся и амазонкой. После участившихся актов вандализма в музее всерьез задумались о создании более эффективной системы безопасности. Так только в этой парковой зоне будет установлено 8 дополнительных камер. Жертвами вандала становятся различные памятники архитектуры, и их число постоянно увеличивается. Краска, которой нарушители исписывают памятники, наносит настолько непоправимый вред, что испорченные объекты порой невозможно восстановить. Это чаще всего совершенно абстрактные граффити, какие-то малоразборчивые надписи. Но все дело в том, что это не мел, который можно вот салфеткой там рукой, да, стереть. Хранители и музейные работники уже, кажется, готовы идти на крайние меры. Один из вариантов борьбы с такого рода нарушителями – создание специально подготовленного подразделения, способного дать агрессивный отпор нарушителям на, казалось бы, невинную шалость. А еще в законе закрепят – испортил – восстанови за свой счет. Пока виновник может отделаться небольшим штрафом до 40 тысяч рублей. Александр Ермаков, новости, Санкт-Петербург.